змея. Змея. Я язык. Это мои глаза и тело. Ага. Ну-ка, и постреляет так... глазками, пусть змея. Пиу-пиу. Так, правда, стреляет, видно? Глаза, как... нет, глаза. Стреляет, нет, как глазками. Змея. Так. Глазики, где глазики? Так. Вот два глаза. Вот два глаза. А как змея нам свой язык покажет? Так. А как змея отдыхает кверху брюшком? А как недовольная змея, всем телом недовольная? Где язык, где язык? Мы потом назад, а вы вперед. Да. Потом еще раз разводик, вы стоите, куда пошли. Подождите, вы голову. Вот так вот, волну. Да. Вот да. Вот так, по полету на дерево. Игорь, ты какая часть тела-то? Тут дрова я. Еле. Почему? Да. Надо как-то же, это же рэп один. Давайте тебя присаживать, потом мы. Давай. Как-то мы все сели, мы встаем, и вы потом. Волна, волна! Мы встаем, вы после нас. Раз, два, три. Вот так вот, а еще раз это тренировка. Тоже там с руками. Голова поднимается вверх, вслед за ней, все остальное только потом в конце хвостик. Голова пошла. Все. Получилось? Вам показать еще одну часть такой тела? Не могу. Да ладно, все. Покажите, да ладно. Да не. Змея, стриптиз покажи. Да, что